Что, Маша? Антон его зовут. А, или вы про вот этого? А, извините. Давайте вы будете считать до 30, а потом до 30? Я этого хотел, до 20. До 10? Да. А у вас и были случаи смертности? Нет, у нас не было. Ага. В общем, я просто прыгала, она сама меня вот так вот подхватит и все, да? Да. Просто чтобы веревка куда-то в бок не ушла там, под руку можно, ну, лучше ее взять перед собой. Я боюсь, что я ее отпущу сейчас. Да, не страшно. Главное, чтобы она спереди была. Антон, я боюсь. А с разбегу можно? Можно. Я прыгну сейчас, секунду, надо настроиться. Ой, не могу. Да все, давайте. Либо... Да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О боже. Присядь. Угу. Не, просто присядь. Вот так. Ну, да. Снимай, молодец.